Ну смотри, мне все очень нравится. Нравится, потому что я подбирала этот цвет, и он очень здорово лег вот к этой облепиховой блевотине, которая здесь штатная. Мы не стали ее менять, просто сам владелец, он не захотел. Но можно сделать аквапринт на самом деле любой просто. С рулем произошла зюзя. Я, когда его захотела менять, оказалось, что китайские рули все без обогрева. У человека машина в хорошей комплектации, руль с подогревом, естественно, не меняем. Поэтому, смотрите, мы перешили руль, вот здесь вот перешили подушечку, перешили места хвата, сделали с коричневой строчкой, перешили вот здесь вот селектор КПП, потому что был уже, ну, подзатертый. Дальше, смотрите, вот здесь вот центр перешили, все в контрастной прострочке. И решили сделать все-таки с ромбом. Вот так и получилось. В итоге вот то, что мы планировали, то, что увидели, когда мы с девушкой обсуждали там план и так далее, все осуществили, все получилось. Сейчас вы видите готовый вариант перед собой. Вот очень внимательно хочу вас попросить посмотреть на строчку, посмотреть на перетяжку. Но мне кажется, мне стыдно не будет совсем, потому что ребята прям классно сделали. Ну и заглянем последнее на заднее сиденье и... Ваше мнение, ваша оценка, ребят. Вы помните, да, вот это все темненькое, которое здесь было. Здесь у владельца ездят внуки. Внуки уже достаточно взрослые, они без детских кресел. Поэтому, ну, тоже важно, чтобы было приятно. Третий ряд не стали перешивать, потому что он вообще ни разу в жизни не использовался и не будет использоваться. Ну и мужчина сказал, да нафиг не надо. Вот, и здесь, смотрите, было уже просто затертое, черненькое вот это вот все. Обтянули в кожзам в черный тоже. То есть не трогали по салону что, только потолок, вот этот сам пластик и вот эти вставочки коричневые. Непонятные, рыжие. Все остальное переделали. Ну как вам салон? Как получилось? Что скажете?